Шикарный ароматный чаек из молодых листьев смородины. Весна, молодые листья смородины, свеженькие, аромат такой. Смородина ее раньше называли за ее аромат. Вот, сорвали листочков, их листочки нарезали, настригли, добавили в чай, заварили. Можно веточки тоже заваривать. Аромат стоит такой божественный прям. Можно ферментировать даже листья, через мясорубку пропустить или так в руках скатать, высушить на зиму майские листочки смородины. Ну, сейчас чай, конечно, пить. Можно делать еще смородиновый коктейль. Зеленые коктейли добавлять, будет аромат такой приятный. Например, если у шпината нейтральный вкус, у крапивы там, вот этот будет добавлять аромат. Листочек кидаем. Ну, а чаечек изумительный в термокружечке настаиваем. Попиваем с любимой заварочкой или без. С малиновым листом придает приятный вкус. Малиновый лист нейтральный, а вот смородиновый ароматный. Класс.